Да. Слышишь, друг, ты как вообще хочешь, чтобы я к тебе относилась? Ты на меня сгрузил своего сына, меня бросил. И что мне теперь делать? Что случилось? Твой сын Антон стал встречаться с какой-то девочкой. Она вьет из него веревки, а меня он вообще не воспринимает никак. Ну и пусть вьет. Это мужской опыт, его надо прожить. Ты хочешь, чтобы я запретила ему встречаться? Да пошел ты!